Thank you.
один очень хороший человек, меня очень хороший человек познакомил с поэми. Мне сразу понравилось, я понял, как бы мне сразу пришло все плюсы от этого. Я сразу же увидел, что здесь нет минусов. Но если есть, они такие уже наносные, которые не обязательно, что они должны происходить. Это уже от человека зависит. Увидел, что много очень плюсов и начал тренироваться. Вот меня немножко подучили там друзья, которые там знали. Потом на фестивале еще встретил уже фаерщика, который с огнем работает. Друзья там базу рассказали, немножко там потренировался, так начал. Мне понравилось с огнем. Ну, взагалі я почала займатися фаєром десь 2 роки назад, може трошки більше. А от зараз вже більш сама по собі, тобто не в студії, займаюся різним реквізитом. Тобто я якби так по всьому, там, наприклад, віяла мені подобається, бої, драгон, дабли. А зараз дуже драгон цікавить, почали його крутити. Ну, вогонь, я б сказала, що це для мене в порівнянні як танець. Ти якось ніби віддаєшся йому повністю і не думаєш про рухи, і він ніби, сама музика починає тобою рухати. І навіть ти попадаєш точно в той ритм. Якщо я не відчуваю музики, не відчуваю позитивного настрою навколо, тоді і крутити в мене виходить погано. А от якщо я відчуваю, що от така енергія позитивна, в мене хороший настрій і барабанщиків хороший настрій, тоді виходить відкритися наповну, якби і тоді і тіло, і техніка якось так гармонізується. Мені дуже подобається це такі моменти. Вони бувають рідко, але дуже класно. І на казковому місці такі моменти саме частіше, тому. Тому мені тут подобається, якби тут я відчуваю, що таке вогонь. Давно видел. Не думав, що буду займатися, а потім як-то так як почав займатися. 4 роки вже займаюся. Огонь завжди привлекав, був чим-то таким таїнственним, чим-то загадочним і привлекаючим. В дитинстві хотів бути пожарником, ось такий от парадокс. А став сам розводити тут. Всякий огонь. Но контролировать стараться. Факт в его контроле. Хотя это великая стихия, нужно ее уважать. Как-то так. Не позволять ему лишнего. Тот он может натворить. Ой-ой-ой. Я бы сказал контролировать себя, если они вредят, то почему нет? Люблю тушить. Это же тоже контроль определенный. Интересно, да, через контроль огня и над собой небольшую власть какую-то иметь. То иногда не получается. Крутила одна моя знакомая вместе с компанией тоже фаерщика. А к вам можно? Почему бы и нет? И в следующий день меня уже выпускали танцевать с огнем. С тачами и со страной. Сразу на следующий день. Да, то есть просто а почему бы и нет? Конечно, поначалу получалось кошмарно, но со временем стало лучше и лучше. Огонь — это жизнь, огонь — это страсть, выраженная через пламя и через танец. Говорят, что танец — это вертикальное выражение горизонтальных желаний. Что-то в этом есть на самом деле, особенно ритмы барабанов, здесь особенно, оно очень-очень-очень позволяет себя выразить. Здесь очень хорошие люди везде. Ты ходишь, улыбаешься, все время здороваешься, общаешься, просто великолепно. Есть такой фестиваль, на который, честно говоря, я с удовольствием приеду еще не раз, если получится. Вот просто увидели выступления уличных артистов, среди которых были знакомые. Это все очень интересно на самом деле. То есть просили, а можно? Дали в руки тренировочный реквизит, что-то как-то, выучили там пару дней, пара-трех биток каких-нибудь, что-нибудь такое простенькое, и потом уже попробовать с огнем и
дальше тренировки, уже дальше сам, в большей части, находил что-то для себя новое, новые элементы, новое что-нибудь еще. Учился сам где-то, пара каких-то полумастер-классов, то есть, ну, на самом деле, с живыми наставниками это намного проще осваивать все. Сейчас кручу уже год, все очень даже интересно, все здорово. Вот. Я смотрю, получишь все время, да? Ну, не почти. Да. Ну, огонь — это друг, с которым можно поиграть, как бы ни говорили взрослые или все остальные. То есть нужно уметь с ним общаться. Просто вот ты его не боишься, и он тебя не трогает.